Армяне не любят турков, а турки не любят греков, а греки не любят албанцев и прочих балканских цыган. Албанцы не любят сербов, которые злые на хорватов, а также боснийцев, не любят и венгров и прочих болгар. А шведы не то что к финнам, как бывшим своим холопам, а финны к эстонцам тоже испытывают фу-фу. Эстонцы не любят русских, которых на самом деле не любят на белом свете еще дохуя людей. А русские, кстати, тоже не любят все страны мира, особенно американцев, за то, что в подъездах срут Москвы, Таганрога, Курска, Самары, Торжка, Рязани. Но, впрочем, американцев не любят достаточно стран. Монголы не любят китайцев, китайцы не любят тибетцев, тибетцам вообще все похуй, насрать на весь белый свет. Казахи киргизам так все не вот, чтоб с большой любовью. Киргизы могли бы к эфиопам испытывать неприязнь, но только не очень знают, где эти живут эфиопы. Но знают все об узбеках и любят не слишком их. Арабы не любят евреев, евреи не любят арабов, самих же евреев, как русских, не любит почти что никто. Французы не любят многих, вернее, никого не любят, хотя и самих французов никто целовать не спешит. А немцы пиздят, что любят всех беженцев и евреев, хотя было время, немцы ебашили всех подряд. Сегодня они не любят, но, может быть, только турков, которых не любят армяне, замкнув этот сраный круг. И просится сразу вывод о том, что наш мир прекрасен. Давайте друг дружку пиздить и обвинять в грехах. Особенно раздражает Мадагаскар ужасно. Лемуры там охуели и напрочь отбились от рук.